вами тестовая команда «Потребитель», Евгений Балабас и газонокосилка Honda модели HRG-466XB. Это аккумуляторная газонокосилка, достаточно новая модель в линейке Honda, которая до этого нам была известна в основном по бензиновой технике. Собственно говоря, она и создана на основе известной бензиновой модели, в которой двигатель внутреннего сгорания был заменен на мощный бесколлекторный электромотор мощностью 1,8 кВт и батарейную систему питания напряжением 36 вольт. Это основательная солидная машина, основанная на стальной деке шириной 46 сантиметров, обладающая приводом на заднюю ось и довольно солидным травосборником объемом 55 литров. Вся садовая техника Honda работает на батареях собственного стандарта напряжением 36 вольт. В данном случае у нас установлена наиболее мощная из всех доступных батарей, емкостью 9 ампер-часов. Что интересно, батарея влагозащищенная. Это редкость для подобных аккумуляторов. На ней видны развитые алюминиевые ребра охлаждения для отвода тепла от банок. А также она обладает довольно любопытным индикатором заряда, который оснащен G-сенсором. Мало того, что он точно показывает остаток заряда, так вдобавок он еще и переворачивает изображение на дисплее вслед за поворотом батареи. Высота кошения регулируется мощными регулировочными механизмами, в которых нет пластиковых деталей, стальные гребенки, стальные подпружиненные рычаги. Отдельно регулируется высота кошения передней оси, отдельно задней. Колеса, естественно, на подшипниках. Привод на заднюю ось здесь осуществляется посредством ремня. Ведущий шкив установлен непосредственно на валу двигателя, а ведомый шкив на редукторе, через который передается крутящий момент на заднюю ось. Интересно здесь то, что ремень обладает постоянным натяжением, а сцепление осуществляется специальной лапкой, управляемой тросом непосредственно на редукторе. А не так, как это сделано во многих мотоблоках, где используется промежуточный натяжной ролик. Органы управления косилкой традиционны для такого рода машин. Это два P-образных рычага, один из которых управляет запуском двигателя, второй управляет сцеплением, подавая крутящий момент на заднюю ось. Одной из особенностей этой модели является очень удобный переключатель рода работ. На многих косилках для того, чтобы переключиться между режимами мульчирования и режимом сбора в травосборник, нужно снизу деки, со стороны ножа, устанавливать или снимать специальную отражающую пластину. Здесь поворотом этой пластины управляет удобный переключатель сверху деки. Небольшой светодиодный индикатор позволяет оценивать степень заряда, а также миганием сигнализирует о перегреве батареи или двигателя. Косилка очень качественно и плотно набивает большой 55-литровый травосборник.
Мощная стальная дека, хорошо окрашенная достаточно прочной краской, а также герметичный абсолютно двигатель позволяют мыть косилку прямо из шланга. RG-466XB – мощная основательная модель, рассчитанная на долговременную эксплуатацию, на многолетнюю эксплуатацию, пригодную как для крупного приусадебного участка, так и, в общем-то, даже для полупрофессиональной эксплуатации в тех местах, где звук бензиновой косилки критичен. Подписывайтесь на наш канал, впереди еще много всего интересного. Пока!